На. Всем привет, меня зовут Редраган, и сегодня мы с вами поговорим про Springfield Crack. В этом видео я разберу его статы, некоторые сравню с Мосинкой, а также расскажу о важных аспектах игры с этой винтовкой. Прежде чем мы начнем, хочу поблагодарить всех за активность под прошлым видео, и, соответственно, если хотите меня поддержать, то поставьте лайк, напишите коммент, и если вы не подписаны, можете подписаться на канал, поскольку тут полезные видосы, а также довольно веселые стримы. Однако перед разбором статов мне нужно поделиться одной довольно важной вещью относительно этой винтовки, а именно некоторый визуальный баг, который может повлиять немного на вашу стрельбу. И суть его заключается в том, что пули летят не из центра железного прицела, не из центра жердочки, а из ее правого края. Это было замечено игроком Нюкакола, которого я раньше тегал у себя в комьюнити посте, и он, собственно, так же, как и я, был не очень доволен тем, что он как-то очень много промахивался с этой винтовкой. Попытавшись копнуть глубже, он решил установить точечку в центре экрана, ну, в центре прицела, и обнаружил, что, соответственно, модель прицела Крага смещена в сторону. И, соответственно, когда вы целитесь, ну, как положено, то есть центром этой жердочки, по факту вы стреляете немножко правее. И на самом деле там разница буквально, ну, не знаю, пикселя в 3-4, но когда вы будете стрелять на довольно большие расстояния, ну, даже на расстояние от 50 метров, это действительно может повлиять на ваши выстрелы и на точность ваших выстрелов. Поэтому, когда вы будете пользоваться крагом, цельтесь правым уголком прицела, а не, соответственно, центром прицела. Кстати, если у вас возник вопрос, а нет ли таких багов у других оружий, господин Нюкакола провел тесты с другим оружием также, и у него на канале можете посмотреть видос. На самом деле там действительно есть еще оружие, у которых есть смещение прицелов. И самые-самые конченые, из того, что я сходу помню, это лимат, лимат карабин и Винфилд мушкет. Там самое вот неприятное было. А так, собственно, можете посмотреть. Ссылку я оставлю в описании, так что гляньте, видео идет всего одну минуту. Ну и начнем наконец говорить с вами о Краге. А Краг — это скорострельная лонгамма винтовка, которая реально скорострельная. Она не просто быстрее всех лонгаммы винтовок, то есть Мосинг, Лебель, Бертьер. Ее скорострельность сравнивают даже с Витерли, с медиумом винтовкой. Но по факту Краг стреляет даже быстрее, чем Витерли. Однако, так же, как и другие лонгамма винтовки, он требует перк на не выход из прицела. Однако в отличие от других лонгам и винтовок, он не требует перка ловкие пальцы, то есть он не теряет патрон при перезарядке. А говоря о самой перезарядке, она довольно интересная. Перезарядка полного магазина, полностью обнуленного, занимает 11 секунд. И здесь важно кое-что отметить. У Крага есть три анимации зарядки, в зависимости от количества патронов, уже находящихся в магазине. То есть у него есть анимация зарядки 3 патронов, 2 патронов и 1 патрона соответственно. И когда у вас нету патронов в стволе, он, соответственно, проигрывает все эти три анимации. Но когда у вас есть один патрон в стволе, перезарядка происходит намного более быстро, и он вставляет сначала 3 патрона, потом вставляет еще 2, и, собственно, на этом все. И происходит это намного более быстро, чем если бы вы перезаряжали полный магазин. Поэтому вам всегда необходимо иметь хотя бы один патрон на винтовке при ее перезарядке, в отличие от той же Мосинки, где вам, наоборот, желательно не иметь патронов, чтобы перезарядить магазин быстро, поскольку когда Мосинка полностью пустая, он вставляет целый магазин патронов и перезаряжает буквально его за несколько секунд. Однако, если вы будете перезаряжать Мосинку, в которой еще есть патроны, то он будет заряжать их всего лишь по одному, что будет даже дольше, чем у того же Крага. Поэтому да, опять же, стреляете с Крага, оставляете всегда один патрон перед перезарядкой и дозаряжаете их. Собственно, никаких проблем у вас тогда не будет. Переходя к другим статам, поговорим с вами про скорость полета пули. Собственно, у Спрингфилда и у Мосинки там нет большой разницы. 610 у Спрингфилда и 615 у Мосинки. Но, есть специальные боеприпасы, которые, соответственно, влияют на скорость полета пули. И у Спрингфилда это ФМЖ боеприпасы, которые увеличивают эффективную дистанцию, снижают падение дамага и улучшают пробитие еще больше. И, соответственно, снижают скорость полета пули до 447 метров в секунду. В то время как у Мосинки есть спицер, остроконечные пули, которые повышают скорость полета пули, повышают пробитие и также эффективную дистанцию, но снижают дамаг. И скорость полета пули у спицера 820 метров в секунду. И за счет пониженного дамага спицер используется в основном только если вы хотите хорошо поснайпить по головам, и чаще всего берется в снайперскую версию Мосинки. А говоря о ФМЖ патронах для Крага, может возникнуть вопрос, а нафига в лонгамме вообще ФМЖ, оно же и так пробивает все. И по факту, да, оно пробивает очень многое, но ФМЖ еще сильнее повышает проникновение. Ну, то есть, например, лонгамма обычная может пробить одну металлическую пластину, в то время как ФМЖ может пробить две. Если вы не думаете о том, чтобы стрелять через стены, спамить через стены, спамить просто через препятствия, то вы можете даже не париться и вообще забыть про то, что ФМЖ патроны существуют, потому что это также еще и снижает скорость полета пули, что для многих может оказаться довольно решающим фактором. Однако, если вы хотите заняться тупым спамом, то ФМЖ патроны довольно неплохой выбор для вас. Однако вы столкнетесь с некоторой трудностью, которой мы коснемся чуть-чуть позже. Ну и кроме ФМЖ, Мосинка и Крак обладают также огненными боеприпасами, которые абсолютно не имеют никакого смысла в ПВП, поскольку огненные боеприпасы поджигают противника после двух попаданий. А с двух попаданий, что с Мосинки, что с Крага, вы всегда будете убивать противника.
Ну а теперь поговорим с вами о самом важном и самом интересном, а именно о дамаге. Скорострельность Крага решили забалансить тем, что сделали ему урон, которого ему не хватит даже для того, чтобы ваншотнуть челика, который уже потерял одну полоску хп, маленькую полоску хп. То есть 124 дамага, который он будет иметь на расстоянии вплоть до 40 метров. Собственно, как вы могли заметить, опять я сделал определенную табличку с основными цифрами дамага, которые были посчитаны, опять же, благодаря табличке с падением дамага с Reddit, опять же, ссылка на которую будет в описании под видео. И, собственно, расстояние дабл-тапа у Крага это 120 метров. В любом случае, я не думаю, что вы будете стрелять дальше, чем 120 метров, поэтому для вас Краг практически всегда будет убивать с двух попаданий в грудь. Ну и, соответственно, расстояние хедшота, ваншот-хедшота у него 290 метров. У Мосинки, в отличие от Крага, намного более высокий базовый дамаг, 136. И благодаря этому Мосинка сможет ваншотать охотников без одной шкалы. Она сможет это делать на расстояниях вплоть до 55 метров. Расстояние дабл-тапа на Мосинке, в принципе, тоже довольно большое, 150 метров. Я не думаю, что кто-то будет реально стрелять дальше, чем на 120 и на 150 метров, рассчитывая дабл-тапнуть человека, но тем не менее. То есть практически всегда, когда вы будете стрелять что с того, вы будете дабл-тапать вашего противника в грудь. И, соответственно, 319 метров у Мосинки расстояние ваншот-хедшота. И сюда я, к сравнению, также дописал Витерли, поскольку его часто также сравнивали с Крагом, за счет того, что у него более высокий базовый дамаг и почти такая же скорострельность. Но тут есть одна проблема. У Витерли медиум амма, то есть падение дамага происходит намного более быстро. То есть 130 базового дамага сохраняется у него на расстоянии вплоть до 20 метров, а 125 дамага у него там уже около 22-23. Расстояние дабл-тапа у него всего 65 метров. То есть это почти в два раза меньше, чем у Крага. Но расстояние ваншот-хедшота у него также 200 метров. И также я напомню, что у Витерли более низкая базовая скорость полета пули, там 400 с чем-то метров в секунду. Однако у Витерли есть высокоскоростные боеприпасы, которые делают скорость полета пули почти такой же, как у Крага и у Мосинки. Однако, несмотря на высокую скорость полета пули, у него также будет более высокое падение дамага, чем у Крага и у Мосинки. Но тем не менее, если вы супер-хедшот-мастер и играете только от хедшотов, для вас на самом деле не будет большой разницы пользоваться Крагом или пользоваться Витерли. Поскольку, опять же, что то оружие, что то, ваншотает в голову на расстояниях невероятно высоких. Однако также для чуть-чуть более такого грамотного сравнения, я все-таки посчитал еще дамаг у ФМЖ боеприпасов на Витерли, которые еще больше снижают скорость полета пули, но тем не менее делают значение падения дамага чуть более такими адекватными. То есть 130 дамаг будет сохраняться на расстояниях до 40 метров и 75 на расстояниях до почти 90 метров. Это уже больше похоже по дамагу на Краг, но опять же скорость полета пули почти в два раза меньше, чем у Крага будет. Поэтому, опять же, Краг это такая типа супер хорошая модификация Витерли. Очень грубо говоря, заменить Крак и Витерли, ну, можно, опять же, только в случае, если вы стреляете только по головам. И также я рассмотрел ситуацию, которая происходит довольно часто, когда вы попадаете один раз охотнику в руку и один раз охотнику в грудь. При таком случае, если вы будете стрелять с Крага, то вы на расстояниях до 70 метров сможете убивать противника. То есть, опять же, одно попадание в руку, одно попадание в грудь на расстояниях до 70 метров с Крага убивает противника. С Мосинки разница есть, но она всего примерно в 9 метров. Не очень большая. И на самом деле, если посмотреть опять же даже на разницу в дамаге и в падении дамага, то расстояние дабл-тапа, что там примерно, ну как минимум, похоже. И в общем и целом мы видим, что самая главная разница между Крагом и Мосинкой по дамагу заключается в том, что Краг никогда не сможет убить противника, который полежал на земле и потерял шкалу. В то время как Мосинка может это делать хоть на каких-то расстояниях. А если опустить вот конкретно этот аспект, то в целом Краг во всем превосходит Мосинку. Почти во всем. Поскольку баланс Крага заключался не только в понижении его дамага, но и в понижении его общего аммопула. То есть у Крага всего 12 патронов, то есть 2 магазина боеприпасов, в то время как у Мосинки 3. И это значит то, что вам всегда нужно будет Крагу брать какой-то лонг амма пистолет, апперкот, либо, соответственно, Sparks Pistol. И поэтому у вас нет более хорошей опции для перестрелок вблизи, нежели Краг. В то время как под Мосинку вы можете взять в принципе что угодно. Можете взять нее офицер, можете взять, конечно, также лонг амма пистолет для еще большего повышения аммопула. Хотя это не настолько важно и не настолько, я бы сказал, обязательно, как с Крагом. Вы можете взять интенданты, взять дробовик, можете взять что угодно и получать разные билды. Однако, если вы будете играть с Крагом, вы будете всегда привязаны либо к апперкоту, либо к Спарксу. Однако, если вы будете брать апперкот, то конечная стоимость вашего билда будет просто невероятно большой. И не лишним будет отметить, что цена винтовки-то у Крага, ну, сравнительно невысокая. Он чуть-чуть дороже, чем Бертьер. То есть Краг стоит 376 долларов, в то время как Мосинка стоит 490. Да-да, Мосинка-то дороже. Но под Мосинку вы можете купить любой пистолет, даже дешевый. И как
бы радоваться жизни. А под крак вы должны будете брать дорогие пистолеты, которые будут результировать в стоимости билдов намного дороже, чем стоит одна только Мосинка. Поэтому под крак вам всегда необходимо брать Sparks Pistol. Ну, либо, конечно, апперкот. Но Sparks Pistol будет намного более оптимальным вариантом и более дешевым. Также, если вы захотите поиграть на ФМЖ-патронах с крагом, то вы сможете в Sparks Pistol и взять, соответственно, также ФМЖ-патроны. И для еще большего увеличения мапула вы можете взять перк Интендант и взять два Sparks Pistol и получить еще больше патронов. Потому что, на самом деле, в случае крага, особенно если вы хотите пострелять через стены, патронов много не бывает абсолютно никогда. И в таком случае я также рекомендую всегда брать билды Derringer. То есть я, например, когда играю с крагом, я беру себе нож-кастет, аптеку, Derringer и топоры, если я играю в соло. Если я играю, соответственно, с друзьями, то я беру нож-кастет, аптеку, удушающие бомбы и Derringer. И Derringer очень часто может спасти вас, поскольку если, например, вы потратите все патроны в краге и выстрелите со Sparks Pistol по врагу и попадете, то вы можете спокойно его добить с Derringer, особенно если ваш файт проходит на довольно близкой дистанции. И таким образом, подводя итоги, мы имеем довольно неплохую винтовку, которая очень неплохо также себя показывает. Имеет, конечно, огрехи в виде невысокого базового дамага, в виде привязки к одному билду, но тем не менее зачастую показывающий себя намного более хорошим выбором, нежели другие лонгамы винтовки ввиду просто невероятной скорострельности. Однако, если вы хотите во вторичке иметь оружие, которое будет более эффективным для более близкого боя, то, возможно, крак будет для вас не самым хорошим выбором, поскольку, опять же, под Мосинку, под Лейбель, под что угодно вы можете взять скорострельный пистолет, дуалвилды, дробовик, что угодно, что будет более хорошо себя показывать, опять же, на ближней дистанции. Однако, если ваша цель просто пострелять с винтовки, то крак... это очень солидный выбор. И, в принципе, это все, что я хотел вам сегодня рассказать. Пишите в комменты, что вы думаете про крак. Понравился он вам или нет? Хотя я думаю, что, наверное, он очень многим понравился все-таки. И очень интересно узнать, не мешает ли вам его базовый дамаг. Поскольку я, как мне кажется, ловил себя на ситуациях, когда Мосинка бы, например, могла убить противника, а крак не мог. Однако я не думаю, что такие ситуации могут встречаться у игроков довольно часто, поэтому напишите в комментарии. И на этом будем заканчивать. Сегодня я планирую вечером провести стрим, поэтому жду вас на стриме. И как говорится, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, приходите на стримы и увидимся с вами. Всем удачи, всем пока!